наградили миллионом рублей. Тысяч рублей и вот это золото. Всем привет! Сегодня день рождения у компании Top Gun. Нам 10 лет. И я решил отпраздновать это бомбически. По-другому мы не умеем. Мы все делаем топ. Поэтому я хочу вам показать наше топовое шоу. Пойдемте смотреть. Для всех барберов это великое событие. 10 лет Top Gun. Алексей Оконцев, он очень сильно прокачал индустрию. И для нас очень большая честь сегодня оказаться здесь. Собственно, нас привело некое такое величие Top Gun, которое мы решили разделить вместе с ними. Это потрясающее мероприятие. Сейчас долгожданная встреча всех мастеров, которые приехали из разных городов, а также стран. Нас ждет очень много розыгрышей, а также классные артисты приедут нас развлекать. Еще, друзья! My gold dance, your gold plated. You verse me, now that's a reach. Самое грандиозное событие десятилетия у нас, как я мог его пропустить? Рассчитываю увидеть крутое шоу, крутое комьюнити. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Когда начинался наш путь, никто не верил, что мужчины, привыкшие платить 300 рублей за стрижку, научатся следить за собой. Но в 2014 году появляется место, миссия которого была показать, что такое настоящий сервис и качество. В один миг слух об этом барбершопе разлетелся и по другим городам. По всей России начали загораться все новые и новые точки. В 2017 году мы решили громко заявить о себе, проведя самое масштабное событие в мире барберинга – барбершоу с участием звезд барберинга мирового масштаба. Увидев этот успех, вчерашние салоны красоты стали называть себя барбершопами, но мы успешно боролись с этими подражателями. Нам 5 лет, и это похоже на полет реактивного самолета. Мы самая крупная сеть барбершопов с более 250 открытых точек. Даже во время пандемии и закрытия сети на 3 месяца 11 открытий. С ростом количества мы не забываем о качестве. Каждый барбер проходит аттестацию в Moscow Barbering School. Обороты сети растут. Мы вводим новые услуги. Каждая точка – топ-сервис и качество на высшем уровне. Революция в мире барберинга. Мы полностью обновляем свой дизайн. Вводим новый стандарт гигиены. Проводим ежеквартальные мероприятия для франчайзи и барберов. Вводим 100% кэшбэк за все услуги. Сегодня нам 10 лет, и мы по-прежнему номер один. Вместе мы изменили мир барберинга. Мы пример, на который все равняются. Мы Top Gun. Алексей Оконцев, основатель сети Top Gun. Легенда, кумир, барбер-батя. Спасибо вам, что вы сегодня здесь. И сейчас мы с вами в том же месте, где были в 17 году, делали первое барбер-шоу. И тогда в Москве было 280 барбершопов. Всего 280 барбершопов. После шоу через 4 месяца их стало 800. И не топганы. Просто мы дали движение этой индустрии. Все посмотрели, сколько денег в индустрии, и пошли открывать свои барбершопы. Прошло 10 лет. Я делаю опять шоу
Но не для того, чтобы вы пошли открывать свои барбершопы, а чтобы показать, что лидер остался один. Вы лучшие, и спасибо вам, что вы этот день выбрали провести с нами. И я подготовил для вас на 10 лет не кучу обучений, хотя обучения сегодня тоже будут в малом зале. Я для вас подготовил 10 концертов моих любимых звезд. Всем Top Gun! Витя Ака! Что было до меня, обнуляй. Жизнь море, ща поныряй. Только ты давай мне доверяй, и мы телепортом с тобой прямо в рай. Это был Крафт! Спасибо! Артем Калайджан, он же Серго, встречайте! В первый раз выступаю на такой большой сцене. Ребята, под ваши аплодисменты. Спасибо большое! А сейчас каждый любитель гонок может поучаствовать в соревнованиях Top Racing. Ну что, когда заходишь в зал, первое, что тебя встречает, это зона Top Racing. Зона Top Racing – это еще один из моих проектов, который научит скоро всех мужчин гонять безопасно на большие призовые, как большой спорт. И сейчас здесь наши гости соревнуются в получении приза в 300 тысяч рублей. Лучшие Top Racers сегодня! На самом деле, сегодня я первый раз вообще за симулятором и за таким оборудованием сидел. У меня просто достаточный опыт в вождении автомобиля, поэтому вот и получилось. Впервые играем, конечно, в такие прям игрушки. Максимально все реалистично. Первое место, да, как-то спонтанно получилось. Просто чуть больше везения, чем у ребят. Вот и все. Следующий стенд, с которым я хочу вас познакомить, это компания MBS, Moscow Barbering School. Это лучшая школа для обучения барберов. И сейчас они показывают свой мастер-класс здесь, и я бы хотел поговорить о проекте. Почему у нас? Потому что у нас самая сильная команда профессионалов, аттестованных Manspire, которые ежегодно повышают квалификацию. И мы готовим именно специалистов, которые работают, готовы к работе полностью после курса с нуля. Ну и повышаем квалификацию. И барберы этой академии, как правило, идут работать в Top Gun. Потому что мы являемся, скажем, первыми номинантами на выбор специалистов из этой академии. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите работать в лучшей сети Top Gun, выбора нет, только MBS. Еще один бренд, который я хочу вам представить на нашем празднике, это бренд Galore. Мы один из самых первых и самых ключевых партнеров, как я надеюсь, конечно, для Правда? Сети Top Gun. Мы славимся тем, что внедряем новые премиальные инструменты для вашей сети. Премиум-уход за лицом, премиум-моделирование бороды – самые топовые услуги на рынке, от которых кайфуют клиенты и, самое главное, зарабатывают франчайзи. Я, во-первых, хотел бы не рассказать про бренд, а сказать огромное спасибо сети Top Gun, лично Алексею Локонсу, потому что без того трамплина, который ты даешь не только для нашего бренда, но и для многих, кто заходит на рынок, выйти в инновации, в услуги практически невозможно. Леш, ты не только маркетмейкер, но ты человек, который дает расти. Кто? Твоя, может быть? Нет, может быть, наша? Нет, 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 моя Мишель! Сколько нам так, как и ты тоже.
Это был Мот и его крутейшая банда. Спасибо! Шикарно, это была группа The Hatters. Амарян Акопян, ну вы его знаете, конечно же, как Гурам. Амарян, встречайте! Мы сейчас начнем раздавать вам подарочки. Сейчас мы узнаем первую цифру выигрышного билета. Камеру наведите, покажите, что все честно. Что да, Алексей, отвернитесь. Остановить. У нас все честно, прошу. 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 4 In 18 months, 80 million more. Это вообще первый раз, что я что-то выиграла. Сейчас произошло чудо, наверное. То есть я не ожидал, что такое может произойти. Жетонов аж 3. Видно, что любит нас, а мы, получается, любим тебя. Put something on it. I sell ice in the winter. I sell fire in hell. I am a hustler, baby. I sell water to a well. 500 тысяч рублей, и вот это золото зажигать надо максимально. Кто любит косплей? Тут есть на что посмотреть, это правда. В мясе косплей была задача выбрать узнаваемый образ и повторить его. И ребята справились с ним на 100%. А если честно, я понимала, что нужно сделать что-то масштабное. И у меня первое, что щелкнуло, это рюмка. В обычной жизни я барбер, просто хожу в зал и все. Уже 4 сезона подряд Top Gun награждает лучших барберов сети. Каждый из них получит приз 100 тысяч рублей. И сегодня мы награждаем победителей весны. Ребята... Меня наградили миллионом рублей за выслугу лет. И Михаил, получается, что работает у нас дольше всего в сети. Он работает 10 лет без 2 месяца. И я считаю, что это заслуживает миллиона рублей по 100 тысяч за год. Миллион рублей за 10 лет. Такого не было никогда и нигде. Леш, это просто что-то с чем-то. Я искренне благодарен тебе. Это большой вклад в мою жизнь, в мою карьеру, в жизнь моей семьи. Тебе огромное спасибо. И я с тобой до конца. Ну что, а сейчас главное событие вечера. Это розыгрыш автомобиля. И кто-то из вас всех, может сейчас уехать на нем. Давайте посмотрим, кто это будет. Все держим пальчики. Сперва первые 3 шарика. Ну что, всем удачи. Автомобиль Dodge Challengers достанется тому, чей лотерейный билет начинается с цифры... Не хватает Якубовича, чтобы он сказал «Автомобиль! Один!» Один! Ну что ж, 1000 человек претендентов определились. Теперь будем сужать круг. Суй, Алексей. 1. Машину заберет тот, чей номер начинается на 1100. 3-я цифра. 7. И вот теперь, в томном ожидании,
нервном томном ожидании замерли последние 9 человек. Один из вас заберет автомобиль. И это... 2. 1. 1. 7. 2. Кто? Кто этот счастливчик? Как его зовут? Наталья Корн! Вон она бежит! Меня все ненавидят, да? А я счастлива, просто счастлива. Я не зря натерла ногу, потому что знала, что уеду, видимо, на автомобиле. Наталья, просто для понимания, лучшая компания в мире. Топ Ган. Конечно, Топ Ган! Спасибо! Поздравляем! Я не просто так сидела рядом с ней и гипнотизировала ее весь вечер. Друзья, и пусть все ненавидят Наташу, но я ее поздравляю, потому что, Наташ, это реально, ну, я считаю, удача. Ты очень удачливая. Поздравляю тебя с этим автомобилем. Друзья, вы стали свидетелями самого, наверное, масштабного в индустрии десятилетия. Наверное, я думаю, вот так нужно праздновать свои юбилеи. Если где-то вы видели лучше, покажите мне. Я в этом сомневаюсь. Ну и желаю вам быть с нами на наших праздниках, потому что мы всегда делаем топово, потому что мы Top Gun. Всем пока! This is Top Gun, мы не стыжем, down, мы не стыжем, down, мы рады мужчине. This is Top Gun, мы не стыжем, down, мы не стыжем, down, мы рады мужчине. Ну что, а теперь официально все. Спасибо. Спасибо, что вы были с нами. Пока. Всем Топ Ган!